Я западет. Как энергетик за 55 рублей, это вполне неплохо. Всем привет, с вами Крип и Энерджа. И сегодня мы будем пить энергетик Ягуар. У нас его не продают. Это мы нашли в дальнем очень магазине. Поэтому сегодня такой обзор. Так, чем сейчас будем пить? Ну да. Итак. Я и пока не вижу. Ладно. Потом будет хорошая часть. Желтый, как говорит, Energy похож на монстра. Доктора. Я уже снимал на него. Голубой, ты не пил голубой? Голубой нет, еще не пил. Ну вот сейчас, пробуй давай. Я еще пил зеленый, но он там обычный. Понюхай салата. Это классика. 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 Прямо сказать, это драйв, только он... Просто классика, нечего сказать. Да. Да я попробую. Да. Ну как? Классика, да. Ну какая-то прозрачный какой-то у него цвет. Типа вот тут вот. Прозрачный. Как у спрайта, что ли? Да. Обычно коричневый, типа. Такой. Как у Red Bull. А теперь я попробую. Вот это. Как мне на рукой открыть? Открой. Так, вот главный энергетический наркоман. За ним охотится уже 13 стран. В ружье. Так ты не открыл, открой полностью. Тебя обоссали. Так, смотрим. Ну да, это... Ну по запаху, кстати, похоже на 100 киловатт. Оригинальный. Вроде бы. Мультифрукт. Нифига это не доктор. Да. По-моему, нет. Что он помидорами отдает? Помидорами? Я тебе говорю, каким-то помидором. Какой-то едой отдает. Хлебом каким-то, реально я тебе говорю. Помидорами, хлебом. Кстати, никогда не пейте Comedy Club энергетик. Ну? У меня цитрусовый. Че, я не заметил. Тут есть ешки и кофеина, как обычно, 30 миллиграмм. Таурина 50, маловато. У меня, кстати, таурина меньше. Сколько? 40. Ну так себе. А пишут еще дикая энергия. Посмотрите. Да за куда ты тычешь, блин? Я не знаю, какой у нас тут даже лучше, в принципе. Не, ну, тем не менее, этот символ, который сейчас еще на коктейлях Ягуар есть, а он еще сохранился. Ну, через 2 года с небольшим я заценю коктейль.
на канале увидите, если я не заброшу. Интересно, сколько через погода будет подписчиков. А я уверен, что где-нибудь я тоже будешь как дивергент снимать. Танец. Танец. Что? Привет, дивергенту. Респект дивергенту. Дивергенту. Ну, дивергенту. Ну, какой лучше? Думаю, что все это ерунда. Это конечно, вообще это, хлебом отдает. Конечно, это была и легенда, но... Баночки чисто... Цитрус с хлебом. А это классика. Немного разбавленная. Ну, кстати, как я помню, у зеленого вкус почти такой же, только немного... усовершенствованный. Как мне говорили, да нет, что у зеленого видоизменено... В принципе, вкусно. Не знаю, как он бодрит, дикая ли там энергия. Или не дикая. Тебя он взбодрил? Тогда? Тогда да. Ну тогда, наверное, из-за того, что ты спать хотел. Сейчас вроде... Я не особо хотел. Так, ребят, у нас еще есть по одной баночке в рюкзаках. Увидите. На моем канале. Он подписчик мой. Вообще тут все. У меня нет твиттера. Короче, все меня узнают. Даже собаки говорят, крип, он идет. Я уже рука замерла. А, опять на превью поставишь, где сосулька из носа. Как энергетик за 55 рублей, это вполне неплохо. А так, думаю, не очень. Ставил топ-10 энергетиков, я так не смогу сделать, потому что какой-то энергетик я... оцениваю пожмоку какой-то по вкусу, а так просто я не смогу составить толк. Я, возможно, сделаю ролик, где назову просто свои любимые энергетики. Ну, это сложно. Я вот составил, но я бы не сказал, что он как бы достоверный такой. Потому что что-то я хотел поставить. Да, не обижать любителей Red Bull. Вот он, жмёт. Red Bull там на 7-м месте стоит. Дранго недалеко ушел. Дранго это параша носорога. Естественно. Дресня носорога. Да, какой-то цитрус, типа, я не знаю, что-то напоминает еще. Я не говорю, какой-то хлеб. Ладно, мы как-нибудь снимем еще обзор на Comedy Club. Да, это будет вообще где жесть. Будем, просто трэш-обзор будет. Ну, да, я его обосру. Ну, просто возьмем две банки. Я вот не знаю, какие там брать. Там есть Red Energy. И есть просто Energy Drink. Я не знаю, какой брать. Я вспомнил это видео, я типа... Там еще о, а наша. Идем на наше местечко. Знаете, не пейте энергетики. А было сейчас, кстати, это закусить купить. Да. Кстати, возможно, завтра, я не знаю, когда мы... Я хочу купить эту подделку Мосса. Ему показать. Только смотри, драйв мне не втюхай красный, блин. Я с него блевану, потому что я представляю, насколько он сладкий. Насколько он противный от своей сласти. Да, это жесть, я понял. Меня просто отключит.
Диабет. Так не было? Ну, у тебя нормально. Не, когда ты пил вот это, у тебя не было, да? Не, а, мне не было. Ну, теперь все так пристает. Как это драйв? Дранго. Ой, да, дранго. Драйв, это цветовое, да? Драйв, лимонадик. Чисто как лимонадик. Итак, куда мы идем? В Теркин. Кому так кто-то знает, что это? Рили. Короче, в кафе идем. Да. Заказать. А что заказать? Пиццу или что? Не знаю, что-нибудь. Ждать просто охота вон. Собака за нами увязалась, тоже хочет. Она пакет жрет. Ты что же пакет жрет? А ты в курсе, что есть такие люди, дог-хантеры, которые убивают? Чего? Ты что ты сказал? Подожди, я не понял. Дог-хантеры. Что это? Которые убивают собак. Подсыпают какую-то фигню. Тихо. Убери. В смысле? Я впервые слышу о таком. Блин. Вот поэтому не надо это кушать. Да блин, он собралась. Пути нет. Придется идти по краю дороги. Пипец тут грязь. Да. Стой. А мы его не прошли? Он там. Да, мы его прошли. Я и думаю. Вот, депрессированная рыбка в аквариуме. Дрессированная. Какая она еще депрессированная? Дрессированная. Капец, я... Невнимательный! Депрессирован. Ты так серьезно это мне утверждаешь? Да я подумал, что... Два подписчика всего лишь. Ребят, подписывайтесь на этот канал. Смотрите. Ссылка на него на главных страницах нашего нифига канала. Нифига не... А, все. Да, что, ты что-то мало чего-то снимаешь? А сними акулу дрессированную. Итак, я уже вижу. Терки. А кстати, там раньше был этот. Какой-то еще кафе типа. Какой там хаб был. А, вон он. Хаб. Дом ходуном. Нет, там что было, не знаю. Хаб. Типа дом ходуном. Хаб. Вы не подумайте, ребята. Вообще-то кроме тебя никто ни о чем и не подумал. Проголодался, вот рядом. Вон дом ходуном. Хаб, видишь, написано? Или паб. Паб, блин. Паб. Хаб. Его завалило, ты смотри. Хаб. Бабу! И внутри он весь развалит. Повторим. Здравствуйте, а можно пиццу заказать? Да, конечно, какую? Куриную. Еще что-то? Нет, все. А прийти, как бы, ну, к самому кафе и нажать на кнопку, да? Да. Ага, а через сколько? Угу. Главное, этот номер еще
да, позвонить за деньги на готовность? Ну да, да. Все хорошо, угу. Тогда выливаешь на через полчасика, я вам позвоню. Спасибо. Короче, будет готово через полчаса, за 10 минут до готовки нам позвонят тебе, точнее. Так что звук включи. Ты включен? Маску-то сними. Одел и стоит, главное. Это на приеме надо поставить, когда ты стоишь такой. Давай, так, открываем. Как открывать? Ну, открывай. Я западил. Итак, пицца куриная. А. Все. Слышь, как тебе, Геннадий? Ну как, Геннадий? Вот такой чебурек. А вот это мясо? Ладно, ладно. Гримаксон. Чего? Кого? Эноид, зеноид. Все, ребят, приятного аппетита, кто ест. Все, я снимать сейчас уже не буду. Потому что мне лень. Итак, у нас есть голубой медведь. Новый рецепт. Кстати, тут описание, как у Red Bull, такое синее. Так. А, ну, тырят всем Red Bull. Вкус, описание. Так, смотрим, сколько... Тут не написано, сколько чего. А, подожди. Смотри, таурин. Просто написано 0,4%. Кофеин 0,32%. Даже не написано. Высокое содержание... А, смотри, предупреждение. Высокое содержание кофеина. Сейчас попробуем. На, открывай. Ты пробуй. А я залпом потом выпью. Если что, потом тебе купим. О, дымок. Дымок. Да, это Red Bull. Пробуй. Red Bull. Ну это классика, даже чуть-чуть похуже. Итак, теперь внимание. Я выпью, попробую. Ага. What more can I say? If green's the color your money, then put that broccoli in my plate. I've been working really hard and giving y'all niggas a reason to hate. Got a meeting with success, don't waste my time, I can't be late. Now hip hop swats, nigga, turn Renate in haters. Started in the beaches, now we ballin' like the Lakers. Back up on the scene, rippin' for my team. Oh, this job. Oh, всё. Oh. Я же от газа прослезился. Держи пустую. Поставишь на полочку. Никто и не догадается. Блин, 69 рублей. Что жалко. За вот это вот. Коллекция. Да, мы с тобой не коллекционируем. У нас есть редкий энергетик, который продают только в маленьких магазинчиках. Bulleit Tropical Energy. Стоит 90. Так, со вкусом тропических фруктов. Продукт для лиц, подвергающимся значительным психоэмоциональным и физическим нагрузкам. Так это на Red Bull пишут. Так. Так, кофеин 30 мг, это стандартное. Таурин 240 мг. А как обычно? Ну никак, нифига. Это в мощник так. Это в Red Bull 240 так. Вроде. В Ягуаре точно такой же был у меня. В Red Bull 50. Ой, в этом, в твоем Ягуаре 50 было. Забыл? Таурина. 240 миллиграмм на 100 миллилитров. Что-то у тебя там было 50 фига. Миллиграмм на 100 миллилитров. Ну у вас у меня на стебанку было 250. Вот именно, тут на 100 миллиграмм, тут 0,5.
Кстати, многие стали урезать, типа 0,5 до 0,470. 0,449. И до 0,474. Там Red Bull, например. А цена, наоборот, выросла. Урезали банку, а цена выросла. Ну, короче, больше ничего нет. Так, все. Ешек нету. На. Как обычно. Потребляй. Давай на свои факты первый. На свои факты? Да, первый нужен. Да в смысле, не надо быть таких дурацких правил. Ну ладно. Вперед. В прошлый раз ты первый. По запаху это пахнет грушевым соком. На вкус это как детское пюре. Агуша. И пахнет агушей. Агуша. Что я скажу? Я тебе серьезно говорю, это агуша. Да? Да. Агуша. Вот что детям надо. Погнали сюда. Ой. Погнали. Итак, мы ведем съемку из Чернобыля. Из Припяти. Здесь очень страшно. Здесь бегают монстры. Опять пидачок свой снимает. А что ты там делаешь? Без слов. Просто. Так, и начнем. Вообще, Кри пришел провести данный эксперимент. Выдержит ли он? Да. Вообще, сначала он хотел меня обмануть и сказать, это самый вкусный энергетик, бери. Но у него так не получилось. Он проболтался мне, что это слишком сладкий. Да. Ну что, попробуем? Да. Брат. Фига. Дымок идет. Вата и сахарный, блин, пахнет. Че, надо? Зашел? Вы знаете, был бы он чуть менее послащен такого вкуса, было бы норм. А так? Это просто переслащённо слишком. Если бы он был менее сладким, то было бы нормально. Драйв не заводит. Открывай. Так, сниму перчатки. Пахнет хлебом. Одежку кукурузу. Нормально. Вообще я никому не даю их.
маме, бабушке. Ел в Таиланде. Детку. Кому... Еве дал даже. Никому не понравились, прикинь. Гале не понравились. Правда. Одному мне нравится. Ну и нормально, но у них вкус как у кукурузных палочек есть немного. Кукурузные? Что они кукурузные начос. Они не знаешь, такие сладкие. Да, это... Надо или соус под них, или запивать. Или, естественно, сырный соус какой-нибудь нужен. Уровень остроты на низком. Я помню, кстати, покупал эти. Помнишь, был какой-то этот Тимати и это? Да. Как там ее? Бабкина. Бьянка это. Нет, Бабкина. Бабкина, да. Надежда Бабкина. И там остроты был на максимальной. Прикинь. Я не смог съесть. Опять кашля. Попробуй представь жвачку. Клубничную какую-нибудь орбит. Сопля полезла. Так, внимание, смотрим. Смотрим на реакцию Макса. Это же мы. Ой, у меня 20%, твою мать. Смотрите, покажи. Мы нашли такого. Мы нашли, короче, собака, короче, ела киндер, прямо целый, да, в упаковке. Да, выронил. Кто-то выронил. Яйцо забрал. Блин, я выбрал. Показывай. Зачем камеру? Hello всем. Сейчас мы с Максом на квартире. У него... И сейчас я вам покажу наши покупки. Давай, свой. Нет, ты снимешь на спой, я просто покажу покупки. Ты снимешь уже обзор. Сейчас, короче, я завершу съемку, только покажу. Пелопси. Привет, Дивергент, кстати. Уже, кстати, мы передавали вчера. Это тоник. Игланч я ел на Хэллоуин, помню, такой. Когда он взорвался. Нет, да не помню. И вот. Смарт. И самое дорогое, что мы купили. Точнее, что я купил. Это у нас... А где я выложил, что ли, уже? Да. А, да. Я уже подумал, что выронил. Game Fuel. Adrenaline Rush Game Fuel. Так, со вкусом имбиря и лайма. Так, здесь у нас кофеина не более 30 миллиграмм на 100 миллилитров напитка, а таурина не написано. Тут таурина нет, походу, прикинь. Лол. Бывает чё? Как с кока-колой? Имбирь и лайм. Вот такой какой-то этот. Лайтов. Ну, это чисто такой, знаете, сделан под геймерскую тематику, чтобы привлечь молодежь, всяких игроков. Мы верим, что игра это серьезно написано. Это энергетик для тех, кто заряжен играть красиво. Видите, тупо для геймеров, даже вон под геймпад сделан этот. Вот такой энергетик. Всем привет, с вами Крип. Это третий день наших этих, как сказать... А, выключай нашего запоя.